Прокуратура результаты своей же проверки комментировать не стала. Депутаты обсудят их в комитете. Кроме того, в первом чтении парламентарии приняли дорожный проект. По этому документу список улиц, которые хотят отремонтировать, будут утверждать заранее, чтобы работы начались весной, а не, как обычно, осенью. Проект предполагает не только замену асфальта. Мы хотели бы, чтобы у нас минимум половина средств шла именно на работы капитального характера. Уже с восстановлением, либо строительством ливневой канализации. То есть, чтобы мы не продолжали опять эти объемы закатывать асфальта, да, а делали уже дороги с расчетом, чтобы они прослужили 5-7 лет.